На 8 октября звезды обещают всем знакам зодиака удачу во всех начинаниях. Успех в этот день будет особенно щедр, но в порыве не спешите принимать кардинальных решений. Овны, в четверг вам будет необходимо найти компромисс в конфликтной ситуации. Постарайтесь успокоиться и быть хладнокровными во избежание недопонимания. Но во второй половине дня возникнет вероятность травматизма. Тельцы, ваши усилия 8 октября приведут вас к долгожданному результату. Хоть вас и ждут преграды на пути к успеху, ваши желания наконец-то начнут исполняться. Помощь придет, откуда вы ее совершенно не ждете. Близнецы, ваши замыслы начнут осуществляться благодаря вашему умению достигать цели и трудолюбию. Будьте милосердны, оказывайте помощь нуждающимся, и вы получите вдвойне. В первой половине дня обязательно приложите усилия для укрепления своего социального статуса. Раки, не занимайтесь в четверг самолечением, не следуйте советам шарлатанов. Проходя лечение, лучше не менять его курс. Лекарственные препараты и процедуры, иначе ваше самочувствие ухудшится. Следите за здоровьем. Возможно, отравление или проявление аллергии. Львы, ваш новый день благоприятен для осуществления ранее задуманного, успешного завершения дел, исполнения планов и обязательств. Отнеситесь к своим проектам более взвешенно и обдуманно, чтобы избежать конфликтов и финансовых потерь. Девы, четверг несет вам вероятность травмы несчастных случаев. Близкий человек вас ранит, что лишит вас сна и наградит головной болью. Настроение улучшит сладкий десерт. Постарайтесь избегать негативных мыслей, уделите время отдыху и попробуйте расслабиться. Весы, ваши отношения с деловыми партнерами 8 октября станут для вас ведущей темой. Ну а ваши личные интересы будут задвинуты на задний план. Проявите терпение, это принесет вам пользу. Пусть порой кажется, что ваше терпение окружающие просто испытывают на прочность. Скорпионы, готовьтесь к благоприятному дню в плане общения с единомышленниками. Постарайтесь провести 8 октября в кругу друзей. Вы необыкновенно коммуникабельны, что сделает вас душой компании. Не исключены интересные знакомства и запоминающиеся встречи. И вообще в этот день вы будете способны всех затмить. Стрельцы, в четверг вам противопоказаны поездки и путешествия. Лучше посвятить этот день семье и дому. Если вы не наведете порядок в чувствах, ваше здоровье может пошатнуться. Будьте менее эмоциональны. Этот день подарит вам то, что вы заслужили. Козероги, наступает время для кардинальных изменений в вашей жизни. Попробуйте себя в чем-то новом. Начинания принесут успех. Избегайте напрасного риска. Звезды оберегают вас от опасности, но не мешают предостеречься. Ваши усилия принесут свои плоды. Водолеи, новый день принесет вам много начинаний. Вас ждет полное обновление и очищение как в отношениях, так и в жизни и в целом. Появятся новые друзья, увлечения, идеи. Не вступайте в диалог с провокаторами, они плетут интриги за вашей спиной. Но рано или поздно они признают свою неправоту. Рыбы, у вас появится потребность в сопереживании. Вы будете склонны к позерству и драматизации, что вам в принципе не свойственно. Займитесь своим здоровьем, не упускайте шанс зарядиться положительными эмоциями. 8 октября всем знакам зодиака желательно избегать обманов и иллюзий, а вот давно запланированная поездка окажется не только выгодной, но и подарит кучу положительных эмоций. Звезды знают, что говорят.